frumoasă sărbătoare care am adus echipa noastră în acest municipiu ca câștigare cu primul 2. Destul de bine știți ce proiect frumos acesta a fost început în iulie, cu câte multe probleme s-a strâns echipa aceasta nouă care a fost strânsă practic într-o lună, în câteva săptămâni. A fost o muncă enormă pentru a strânge acest colectiv, pentru a face o frumoasă participare în acest campionat, mai ales în cupă, care mai ales am adus-o la Bălți. Așa că foarte mult contează acest grup care s-a format de până acum, care va urma o perioadă foarte grea, pentru că toți se vor aștepta la multe lucruri frumoase, mai ales în Europa. Destul de bine știți că atât în iarnă s-au dezis de echipă, au avut probleme financiare, a început și criza aceasta, știți destul de bine care este în lume, și mai departe a început să finanțeze domnul primar cu fondul lui Renato Usate, așa că în continuare domnul Renato Usate susține echipa, atât financiar, cât și moral, cât spiritual. Destul de bine ați văzut ce a făcut și dumnealui în finala cupei, cum se bucura împreună cu echipa, putem după victorii. Așa că încă o dată la toți felicitări. Bă, cum a spus Renato Usate, Bălți rulea! Da. Ce pot spune? A fost o victorie grea, bine meritată. Eu cred că am arătat asta nu numai în final, dar am arătat și în semifinalul când am jucat cu Șerif. A fost un meci interesant, eu cred că, după părerea mea, nu știu ce spun spectatorii, dar a fost, eu cred că, un meci interesant. Și vreau să le mulțumesc la toți suporterii care chiar au venit în Bălți. Ne-am susținut, am simțit asta pe toată durata meciului. Mulțumesc la toți colegii fotbaliștii care au dat tot pe teren și au arătat că noi suntem o echipă unită și putem să facem mult mai mult decât am făcut până în ziua de azi. Și avem un drum lung mai departe în Europa, dar asta să vorbim puțin mai târziu. Ce pot să mai spun? Mulțumesc la toți, la antrenori, la președinte, la domnul primar, Renato Usate, că ne-a ajutat și ne ajută și în ziua de azi. Ну, директором быть несложно, главное правильно руководить коллективом. А будущее, значит, больно тоже я буду жить, будет играть, добиваться дальше достойных достижений. У меня вопрос Сергею Пащенко. В вашей карьере очень мало трофеев завоеванных. И вот очередной из них. В какой момент вы реально ощутили, что завоевали кубок? После финального свистка, либо во время вручения кубка, либо уже спустя какое-то время? Ну, наверное, скорее всего, первые эмоции наступили после того, как Георгий гол забил. Там мне уже почему-то показалось, что мы уже своего не упустим. Потому что команда играла все. Играла всю игру и переигрывала нас сами, можно сказать так. И нельзя было их отпускать и доводить до серии пенальти, потому что все-таки это лотерея. А в этой игре ребята бежали, ребята боролись, отдали все на поле. Хотелось выиграть основное время. Это очень хорошая победа. И, конечно, заслуга этого всего города, Бельцы, и в особенности Рената Усата. Я хотел бы ему пожелать крепкого здоровья, и чтобы над этим мы не останавливались. Есть над чем работать, и чтобы достигали больше больших вершин. Еще раз победа всех. Это победа, опять же, всему городу. Спасибо ребятам, которые на протяжении всего года трудились. И удачи нам в дальнейшем. Хочу поблагодарить в первую очередь наших болельщиков. Я приехал сюда в Бельцы. То, что я запомню здесь, это реально болельщиков. Это 12-й игрок, который нас поддерживал с первой до последней минуты, и причем не только в финале. Они нас поддерживали на протяжении всего чемпионата. И это реально чувство. Спасибо вам большое, ребята.
высказываются лестные слова Рената Усатова, да, я как бы спасибо ему большое, но я хочу высказать свою благодарность Григоришину и Николаю, потому что человек был всегда рядом с командой на протяжении всего чемпионата и спал по 4 часа, как он говорит. Я верю в это. Ну, поблагодарить честно ребят. Ребята, которые, ну, много сейчас видно трофея, да, кубок, и все красиво, все хорошо. Но у нас было очень трудно начало этого сезона. И руководители тоже знают, и ребята прекрасно понимают, какие у нас тяжелое время было от начала чемпионата. Мы смогли перебороть все это за счет тренерки состав. И в первую очередь, конечно, все ребята, потому что это для нашей команды, я считаю, что очень много не верили. Когда они начали смотреть, на что мы способны, тогда начали нас больше, как не дали понять, что мы можем это сделать. И сейчас стоит кубок перед вами. Но я благодарю свою семью, в первую очередь, да, и ребята, которые, я считаю, что мы очень сильно работали на это, и поэтому вот есть такой результат. Отдельное слово хочу говорить руководителю, да, что сейчас есть как раз момент, чтобы делать тот шаг, который город нужен для футбола, и оставаться на том уровне, который сейчас мы достигли из команды. И Валерий, конечно, отдельное спасибо, потому что... Like to say, I really appreciate the fans. Он хочет сказать, что он благодарен болельщикам по-настоящему. We're not placing the phone. Если бы не они, то они. Я мне зачем было бы. Игра была просто супер, болельщики. Больше и больше приходили. Людям нравится, какой футбол показывается. Надеюсь, состав сохранится. Надеюсь, вы дальше будете также развиваться. Вперед за чемпионством. Когда на финале мяч отскочил от штанги, удачно улыбнулась, а удача улыбается только сильнейшим. Заряд чемпион! От всей северной нашей столицы, от всех большой презент. Спасибо большое, пацаны. Боролись. И мы кричали, все хрипли. Школа хорошая, вы знаете все прекрасно, что Ленар Георгиевич содержит школу футбола, 180 детей за свой счет он держит, питание, проезд игроков. Я думаю, при таких условиях, и он сейчас же строит за свои личные средства футбольный стадион для детей. Значит, я думаю, что с таким подходом у нас скоро дети вырастут, закрепятся и будут играть нашими бельскими детьми в нашем футбольном клубе «Заря» и буду достигать тоже больших высот. Бельцы! 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 Бельцы!